попытки снять кино в Сингапуре при некоторой все-таки вежливости настоящих сингапурцев оборачиваются тем, что они очень долго перед всеми извиняются. Пропустили людей на переднем плане. Сейчас они еще режимное время просуют, в итоге им получится жопси. Эй, чувака в синем пропустили. Мы увидим вообще живой дубль или нет. Кстати, если бы они пользовались ленточками, это было бы проще. Ужасно, ужасно. Сколько надо профигачить дублей, чтобы снять более-менее хотя бы подходящую картинку. А я вот все с одного раза снимаю, потому что я, блин, снимать умею.